потрясающе. Я поражаюсь, что здесь коровы, как горные козы. Вот они. Большие обычные коровы, то есть далеко. Это вот осел. Это вот водопад. Ой, красиво как. Вон они приземляются. Ну и ребята потихонечку, они садятся первые, потому что стартовали первые, у них быстрее посадки. Вас дольше. Я их показываю, надеюсь, что камера захватит. Да, у них лучше видно. Все равно нам не будет так ничего видно. Мы только точку видим. Ну, в плане, если их брать. Я понимаю, но все равно. А у них камера и видно все. Как они бегут, что они делают. Но бежать будете вы, не я. Мне бежать уже не в чем в одном потемке. Не, вам не придется бежать. Ребята сели. Как я дойду до машины в одном ботинке, интересно? Как я в одном ботинке дойду до машины? Так она же рядом, сюда приедет. А, понятно. Она прям дорога рядом, видите, она лежит. Я вижу, да. Камушки трапят. Я думаю, он его, скорее всего, с собой привезет, поэтому просто он его принесет туда один. Сегодня уже сели? В одном ботинке, потому что второй у меня свалился. Я могу просто как на курточке ноги поднять кверху, или надо вперед как-то? Ну, ноги вот так поднимите и держите. Ничего делать больше не надо. Они уже сели? Ну вот, да что он махает вот. Не вижу. В этих очках. Ноги повыше. Мягко или жестко? Мягко, жестко? Классно. Отлично. Так. Только пятка без ботинка не смогла упереться. Ничего, просто так и сидите. Ой, мама родная. Как стало хорошо без очков, нафиг они были не нужны. Ну, я предлагал, говорил, но что-то как-то...